Всем приветик! Сейчас я вам покажу, какие мы сделали покупочки. Мы ездили в Самару и в МВидео купили два прибора. Первый прибор — это такая вот беспроводная метеостанция. Что эта станция дает? Она показывает температуру в комнате, температуру на улице, влажность, время. И еще есть такая подсветочка небольшая. Так это выглядит. Вот батареечки мы вставили, подсветка. Вот, но она быстро тухнет. Подошел, посмотрел, и все, и тут же погаснет через какое-то малое количество времени. Вот что показывает. Вот 25 сейчас у нас в квартире, да, 33 влажность. То, что 25 показывает на улице, это неправильно, потому что мы не выставляли еще на улицу. 17-14 это показывает время сегодняшнее. Вот. Чтобы вывести на улицу датчик, вот присутствует еще вот такой вот, я не знаю, как это называется, тоже датчик, наверное. Вот он крепится, вот мы его хотим на балконе прикрепить. Вот это достаточно длинный провод. И вот этот вот такой вот штекер вывести на улицу нужно, чтобы вот этот вот датчик передавал вот на этот датчик температуру, которая на улице, и уже путем, как бы, как Wi-Fi, что ли, будет передаваться в радиусе на 30 метров, передается уже в квартиру. Будет принимать вот этот вот приемник температуру вот от этого датчика, который будет на лоджии, на балконе. Вот для чего мы купили. Так что аллергичные все я давно хотела приобрести. Я хочу вам показать, что приобрели мы еще и увлажнитель воздуха Polaris. Вот он у нас работает. Вчера, как приехали мы из Самары, мы его включили. Там мое вязание. Вот. Купили мы его не такой уж сильно мощный, 2990, он около 3000 стоит. Polaris этот увлажнитель. И там у него, как сказать, мощности хватает на 25 квадратных метров. Вот весь вечер у нас вчера работал. Сегодня вот с перерывами, то, что мы в магазин уезжали, включали его. Бак там на 4 литра, но хочу сказать, 3 литра мы наливаем, а четвертый, мне кажется, как бы лишний. Потому что мы сами удивились. 3 литра мы налили, он был почти всклин. 4 литра бы просто не уместился. Я не знаю, как. Это же тебе, пожалуйста, не утрамбуешь. Вот. Но пишут, что бак на 4 литра, но умещается 3. Мы сюда наливаем очищенную воду. Пока весь вечер вчера работал, и сегодня все утро работал, сейчас работает. Белого налета на мебели я не наблюдаю. Потому что вода у нас цептеровская. Фильтры кавеевские, очистка хорошая, в чайнике накипи пока нет, вот мы поменяли все фильтры. И здесь, я надеюсь, будет все хорошо, вот видите, как он. И хочу сказать, что влажность должна в квартире, благодаря вот этому увлажнителю воздуха, подняться хотя бы там, ну, 50, там 65. Вот, пока мы только по своему гигрометру наблюдаем поднятие влажности с 11. С 11 до 33. Вот видите, сейчас даже 32 почему-то вот играет. Сейчас, если поднеси вот его к этому прям вот пару, который идет из увлажнителя, сразу будет 70 и 75. Здесь рядом у нас вот этот вот гигрометр стоит. Метеостанция, она стоит рядышком. И все равно, вот, девочки, я не знаю, как. Ну, наверное, маломощный купили, потому что не такой дорогой. Вот 33 только. Выше 33 не поднималось. Я надеюсь, он правильно показывает все. Ну, не бракованный. Вот. Хотя в инструкции написано, в инструкции к увлажнителю написано 25 квадратных метров. В инструкции написано так. Там ультразвуковой.
увлажнитель Polaris ультразвуковой. Там больше никаких наворотов нет. Налили воду, перевернули, закрепили. Самое главное, не протекает. Самое главное, не протекает. И бесшумный. Слышите? Вообще нету шума. Что он работает? Там подсветочка голубая горит. Это значит самый у нас вот сейчас высокий уровень. Если, допустим, я вот прикоснусь. Выключила. Видите как? Потихонечку. Сейчас мы прибавим. Зеленый побольше уже. И синий. Самый мощный. Вот три вида выброса пара. Синий самый мощный. Ой, так хорошо, приятно. Мне показалось, конечно, дышать стало лучше. Вот вечером я сидела, занималась своим рукоделием. Мне показалось, что лучше стало. Ну, Иваныч у меня как подкашливал, так и подкашливает. Он у нас аллергичный тоже. Внук аллергичный и дед такой же аллергичный. Так что вот, за Polaris мы отдали 2990. За метеостанцию мы отдали, цена у нее была 1990. А при покупке нам сделали скидку. И получилось, что стоит 1750. М-видео. Вот, буду дальше наблюдать за влажностью. Я хотела бы, конечно, чтобы, ну, хотя бы до 50. Сегодня я ему в спальню поставлю увлажнитель и отнесу вот эту вот метеостанцию. Пусть там меньше у нас комната. Посмотрим, там растюшки мои огородные. Посмотрим, насколько там наберет влажность, до скольки. Так что вот такие покупочки у нас. Поехали мы просто прогуляться, сходили в Чучвару. Вот, в выходной день там нету бизнес-ланча. И поели мы то же самое, что мы могли покушать во бизнес-ланче за 600 рублей. В этот раз мы поели даже, как бы сказать, ну, скромно. Саша брал лагман, я брала такой шашлычок из бедрышек. Вот, и получилось у нас, в прошлый раз мы и первый, и второй поели. На эти деньги очень вкусно. Я не могу вам сказать, что этот бизнес-ланч, он прям какой-то там невкусный, там не знаю что. Нет, очень вкусно, все молодцы, очень прям молодцы, как готовят, вкуснятина. Вот, а в этот раз мы только по одному блюду съели, чай попили. Саша брал себе еще хинкали, две штуки, ему не понравилось хинкали. Лагман, он прям за ушами у него пищало. Вот, и покушали мы, отдали 1400. Вот так вот. В будние дни есть бизнес-ланч, в выходной день бизнес-ланча нет. Вот, Александр Иванович у меня уволился, приехал домой с работы совсем. Больше на работу не поедет. С 15 числа мы начинаем жить по-новому. Лишних трат у нас не будет. Будет строго пенсия. Распределяем мы коммунальные платежи, оставляем денежки на каждую неделю на продукты и будем жить на пенсию, учиться жить на пенсию. Ну, это все, что я хотела вам сказать. До следующих встреч. Всем пока-пока. Скоро я вам покажу свою новую подделку рукодельную. Пока не могу, так как делаю доченьке на день рождения. Не хочу, чтобы она раньше времени это увидела. Ну все. Всем пока.